Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам, как мне удалось с помощью знаний, полученных в аромашколе Галины Колосовой по курсу ароматестирования, побороть собственные панические атаки. Казалось бы, причин для них не было, но на тот момент проблемы, как ни странно, были. Я не спала неделями. А если спала, то это прям такой беспамятный сон на 3-5 часов. Дальше предстояла работа. На тот момент я заказала смесь Adaptive. На самом деле это прям волшебная смесь. Так получилось, что это была моя любовь с первого взгляда. Ничего уже изобретать не пришлось. Я ее наносила на шею, на область за ушами. Каждое утро шла на работу. Кроме того, у меня уже был ветивер. Я его выбрала как одним из таких фаворитов на тот момент. Было наносила на деревянном диффузоре. Это дерево чистейшее. То есть на него капаешь, и он по 2-3 дня спокойно выдерживает. А на ночь я применяла сибирскую пихту. Это уже мой третий бутылек, просто волшебная смесь. Ванны принимала с розовой солью крымской, то есть обычная розовая соль из фикс-прайса. Примерно стакан на ванну 30-40 минут, температура 37-39 градусов, то есть принимала свое удовольствие. Кроме всего прочего, хочу отметить за курс лечения. Улучшения начались буквально с первого дня. Сон стал более глубоким, более полноценным. После того, как Adaptive начал действовать, мне стал помогать Citrus Bliss. У меня была прям потребность в хорошем настроении. Citrus Bliss. Adaptive тихонечко отошел на второй план. Сейчас я его применяю практически как духи, но скажу, что ветивер на деревянном аромакулоне всегда со мной. Он мне прям очень нравится, очень заходит. Сибирская пихта приучила всех в семье принимать ванны с ней. Это просто must-have в случае, если день прошел тяжело и какие-то проблемы со сном.